На берегу озера Севаш в утренние часы многолюдно. В зеленых футболках по берегу ходят подростки. Несмотря на хорошую погоду, они пришли сюда не отдыхать, а работать. Скопившегося мусора здесь стало слишком много. Что только не найдешь на берегу. Стекла, пластиковые пакеты, железки. Все, что город приносит с собой и оставляет на месте. 20 молодых ребят из экологических отрядов молодежного клуба «Ровесник» своими руками убирают с берега отходы современной цивилизации. С февраля прошлого года в Щелкове, недалеко от озера, поселилась Ольга Клименкова. Ей приглянулся этот маленький клочок природы и стал решающим фактором при выборе квартиры. Но со временем радость от покупки стала пропадать. Отсутствие культуры отдыхающих ее сильно удивило. Очень редко люди задумываются над тем, что, в общем-то, это надо беречь. И прежде всего начинать надо с себя и не бросать, не сорить. Ну, и костры здесь разводят в ненужных местах. В общем, я с этим, столкнувшись, была немножко не просто разочарована, а ошарашена. Ребята из клуба «Ровесник» часто выходят очищать берега близлежащих рек и озер. Акцию «Чистый берег» сегодня они провели в преддверии Дня города и района. Пока что ребята осилили только половину озера. Вскоре они вернутся сюда снова. Мусор всегда остается после наших жителей, потому что они приходят с сумками, уходят с пустыми руками. Это, конечно, очень неприятно, и мы делаем все, чтобы наши жители немножко прониклись и были немножко по... Наши экологи, наши трудовые бригады уже не справляются. Немножко нужно любить свой город, убирать за собой мусор. Я получаю позитив от того, что делаю свой город чище, лучше. Нужен вклад от каждого. Только тогда можно добиться успеха совместными усилиями. 18 мешков собрали ребята только за час работы. Почему же любители шашлыка не могут сами забрать хотя бы свой собственный мусор? Марина Позднякова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».